Извините, а у нас то, что касается преследования Трампа, ну это, конечно, для нас то, что происходит в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. Что касается частного бизнеса Илона Маска, он, безусловно, выдающийся человек. Это надо признать. Но я думаю, что это и признают во всем мире. Во всем мире. Но, активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства. Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в Роскосмосе принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности, и достаточно успешно.